защитника Отечества, подарить вам вот такой вот блокнотик, чтобы вы не забывали о соблюдении всех правил, особенно скоростного режима. Ни один из этих водителей сегодня правил не нарушил. Наоборот, ездили аккуратно, все пристегнуты и даже с документами. Поэтому они и получают небольшой презент в честь предстоящего праздника. От сотрудников госавтоинспекции сегодня водители получат вот такие вот блокнотики с напоминанием соблюдения скоростного режима. Я думаю, что водители, увидев в очередной раз этот блокнотик, можно там записывать какую-то полезную информацию, касаемую транспортного средства. Это будет хорошим напоминанием о соблюдении требований правил дорожного движения. Подарок небольшой, зато напоминание яркое. Текст на обложке блокнота гласит: всего за секунду отвлечения от дороги твой автомобиль проезжает 16,5 метров при скорости 60 км в час. Граждане! Добрый день! Вы как настоящий водитель большого транспортного средства хотели бы от лица госавтоинспекции вас поздравить с наступающим праздником 23 февраля, подарить вам вот такой вот блокнотик, чтобы помнили о соблюдении скоростного режима. Такие акции проходят уже не в первый раз, и заядлые автолюбители к ним привыкли. И все же приятно, говорят они, получить перед праздником небольшой презент, в том числе и за правильное поведение на дороге. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».